Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал запрет российских новостей в Молдове. По его словам, в соседней стране отменяют все русское. Новый закон о запрете трансляции новостных программ из России вступил в силу накануне. К сожалению, сейчас, кстати, в Молдове такую же отмену всего русского пытаются предпринять. Президент подписал закон или указ о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это очень печально. Российские новости в Молдове называют дезинформацией и пропагандой. Поэтому, мол, и запрещают. Ранее Сергей Лавров заявил, Молдову воспитывают в антироссийском ключе. Не так давно у соседей запретили носить георгиевские ленты. Этот закон вступил в силу в день рождения Гитлера. Еще один символизм от Молдовы. В день начала Великой Отечественной там запретили русские фильмы о войне.